L1, R1, O, треугольник. Большая логика. Хочешь поиграть? Поиграем. Блин, кровь. Плохая примета перед свиданием. Это я точно знаю. Так она готовить-то будет или чё? Я на кухню пришел. Давай, блин, включай там поварёшку или как это называется. Воистину говорят, что... Блин, бабам место на кухне, но... Она даже на кухне не способна ничего сделать. Так что это... DVD? Так... Книги. Так, их на полку... Да ладно, еще ну книги вот. Собирать, ну ё-моё. Романтика, Джанс, лаунж, встать, дать романтику. Да-да-да-да. Не музыку и спорно, а романтику, блин. Дерьмо. Ребят, это не романтика. Романтика это типа, знаете, что-нибудь типа. Блин, вот сволочи, а? Вот ведь сволочи. Выпьем за любовь. Вот романтика. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Какие-то тролли ВКонтакте меня подловили, сволочи. Гады-то какие, а? Ладно, и простите меня, ребят, я сам попался. Я сам попался. Можете проверить, как это произошло даже. Почему-то выпьем за любовь. Вторая запись это Джон Сина. Я не знаю почему. Простите. Ладно, все, давай, нормально. Могла бы. Грязное белье в корзину в ванной. А где ванна-то? Я, блин, уже полчаса хожу по дому. А у меня и спальня есть, ё-моё. Так, сюда. Так, теперь чего? Может быть душ? О, да, детка. Как вовремя я включил музыку. Давайте, давайте, я готов к этому. Все готовы? Полотенце уберите! Уберите полотенце! Надо сначала полотенце было снять. Придется второй раз игру проходить. Геймплей! Ч?
Чуваки, ну, режиссер мог бы выбрать ракурсы поинтереснее. Я ничего не могу сказать, не хочу, но, блин, согласитесь. Здесь были ракурсы поинтереснее. Ну, чё-то не очень. Это чё-то не очень. Зеркало, алё, ща. Он тебе не нужен, у тебя есть нет, я. Нет, Айден. Ты не понимаешь. Да, блин, прости, Айден. В этом мире все решает плоть. И что мне надеть? Сексапильно. О, Райан. Я тебя заждалась. Секси. Блин, надо было подольше этот кадр подержать, он был неплох. Меня еще не видел. Это сексапильно? Можешь даже не стараться. Что в этом сексапильного? Слышишь? Баба в рубахе и джинсах? Для кого это сексапильно? Да. Для самой Эллен Пейдж, может быть, так как она розовая, но я не понимаю, что в этом сексапильно. Типа, вы вообще понимаете, что такое сексапильность? Кому это может казаться сексапильным? Чувакам, которые школьников хотят трахать, что ли, или что? Ну и бред, ну и бред. Хватит, Айден, что ты как маленький? Не, просто не игра, как отделаться от парня за 10 дней. Когда он уже придет, ты, господи. Наконец. Ладно, подождет, сделаем вид, что я такая независимая. Похожу пока вокруг стола. Где тапки-то, кстати? Чё без тапок-то? Ноги-то воняют, поди. Ну ладно, пойдем. Айден, будь другом. Ой, ты будь другом, важно, будь другом. Надеюсь. Нет, такие слова редко действуют на мужчин. Положительно. Шато Марго. Все, только что он, только что ему, вот только что, вот это, вот этим своим, только что он потерял меня как женщину. Я серьезно, типа, это выглядело настолько мерзко и сладко, что больше ни о какой любви речи быть не может. Извини за бардак, я только переехала. Брось, ерунда. Очень уютно. Ты садись. Какое развращение малолетних? Ей 25 на момент выхода игры. Вы чего? Че он сказал, принесет? Че она принесет, сказал, и опять пропустил. Споря с чатом насчет возраста. Штопор, господи, где у нее штопор? Я знаю, что ли. Помню, как пьяная соседка вломилась, типа, штопор есть у нас? Дала вина бутылку за 40 рублей, которая с пластиковой пробкой, которую скрутить можно руками.
Так. Да я не могу на кухню зайти, наконец. Штопор тут где-то должен быть. У меня он здесь. Классная квартира. А? Это умный дом, просто он еще пока не работает спасибо. На все 100%. Айден, твою ж мать. Мама, это святое, не трогай ты его, мать. Если среди моих зрительниц есть женщины, никогда не спорьте с парнем на тему его матери и не употребляйте такие фразы. Это только сильнее разозлит. Этот дом с этой постановкой камеры превращается для меня в настоящую пытку. Я серьезно не могу понять, где здесь что. Окей, окей. То есть в голове у меня есть, как выглядит ее сраный дом. Давай открою. Квартира ее. Окей. Понимание, но из-за этой камеры я не могу прийти туда, куда мне надо постоянно. Мясо сырое будете есть, не знаю. Зачем нам мясо? У нас есть вино. Которое я пока не могу открыть, потому что это мужское занятие. Блин, я вот в жизни могу вино открыть даже карандашом. Слава богу. Чпок свободен. Кто так наливает-то, господи? Она руки держит, как девственница. Бутылку держит, как девственница. Библию. Бум. За новоселье. Чики-пум-пум. Ты давно переехала? Неделю назад в управлении подобрали квартиру с мебелью. Если честно, никогда еще не жила одна. Сама по себе. Мне это как-то... Я понимаю, что я могу мешать им, но я все-таки надеюсь, что мне... дадут переключиться в Алинпейдж, и я смогу ей отказать. У меня значит, дом, это нечестно, то, что я управлял всю игру, а сейчас не могу. Садик, и тихо. А вырос ты где-то здесь? Нет, я из Орегона. Родители и брат так там и живут. А я уехал, когда мне было 16. 16? Тебя... Давайте сделаем романтичнее. Хотя нет, не хочу. А... дома было... Тут, видимо, много смешнявок можно замутить. Там телевизор включить, руинить по-всякому. Давайте музычку перерубим, какой-нибудь метал. Как достать соседа, короче. Миссия апартаменты Джоди. А как ты оказался в ЦРУ? Кстати, обратите внимание, то, что это такое, знаете, свидание типичного альфа-самца, потому что обычно... Но в итоге понял, что это вот, не мое. Я, потому что я карлик некрасивый, да, то есть 161 сантиметр, 98 килограмм, отвратительная кожа, все маленькое, коротенькое, включая ручки. Короче, я вот все время, мне приходится постоянно женщину разговаривать, чтобы она хоть немного заинтересовалась, и там, и где ты учишься, и кем работаешь, что вообще, как вообще вот это, то пятое, десятое, расскажи о себе, там, я не знаю. И, короче, это просто кошмар, и еще слушать приходится и кивать, чтобы это... Вот, а здесь все наоборот, здесь он альфа-самец, она интересуется в нем. Меня нашел вербовщик из ЦРУ, вот и все. Он сам настолько тупой, что он даже, вот посмотрите на него, он просто ничего не готов предложить. Ты знаешь, Райан, я... я что-то не успела приготовить ужин. Но посмотрите, он тупой, у него IQ 0 как бы. Ты голоден, например. А нет, не надо, не переживай. Ладно, пожалуй, мне уже пора. Что? Уже уходишь? Да, отличная квартира. Рад, что ты устроилась. Ну, до завтра, да?